Всем привет, мои дорогие, из Праги. Мы приехали в самый центр, припарковались. За моей спиной театр. И идем гулять по центру. Карлов мост. Будний день, народу очень много. Очень красиво. Здесь обратно будем идти. Идем. Очень красиво тут. Просто нереально. Я снимаю. И без комментариев, чтобы вам просто передать атмосферу, что здесь происходит, чтобы вы ощутили себя здесь, пусть виртуально, но тем не менее. Какой-то музей, я же ничего издали не вижу. А здесь вот ресторан Казанова. Вот, смотрите, очень-очень красиво. Мы идем дальше, тут просто вот... Ну, куда ни посмотри, везде просто потрясающие локации. Очень красивый старый город. Ну, а мы идем дальше. Буду снимать и просто, чтобы вы... Hello. Люди так хорошо реагируют здесь. Так, что еще хочу вам сказать. Все говорят на английском языке. Мы заехали... салон сотовой связи, ой, чуть не упала, надо смотреть под ноги, и ну, там что-то хотели узнать, и все говорят на английском языке, также очень многие говорят на русском, также вывески на русском, тут теремок, магазин есть, вывеска просто на русском, товары, продукты знакомые с детства, очень много тату-салонов, тут очень много банков. Ой, а здесь как красиво. Свой колорит. И аутлет какой-то тут. То есть русский, английский здесь знают все. Также очень много обменников. Везде change, change. И невероятное количество кофешопов. Я думаю, что в Нидерландах намного меньше. Вот везде просто, вы знаете, на каждом углу, в каждом районе вот едешь, и одни кофешопы тут. Там снимать нельзя, я чуть-чуть поснимала. И оттуда, вы знаете, выходят очень счастливые люди из этих магазинов. Вот еще один. Просто я говорю вам, на каждом углу. Ювелирный магазин. Кстати, тоже их тут немало. Не обратила внимания. И свадебных салонов тоже много.
Посмотрите, какое красивое здание. И утопает в цветах. Уходит в гору, мы поднимаемся. Очень красиво тут. Свой колорит такой. Очень интересно. Симпатичный дворик и внутри кафе. Дизайнерский магазин, видимо, винтаж, я так понимаю. И вот написано Open for Design Lovers. И очень много здесь таких магазинчиков. Прага очень стильный город, не похож ни на какой другой. Тут очень много всяких стильных и улиц, и домов, и магазинов. Что могу, вам показываю. В общем, очень тут интересно. В центре очень. Смотрите. А мы идем в гору. Поднимаемся, тут такой ресторанчик. Тут, кстати, такой ландшафт. Удивительно. Вверх-вниз. И вот смотрите опять. Шоколад. Здесь, смотрите, шоколадное пиво, ну и вот чоклет. Здесь очень много шоколада, и можно его продегустировать. Напишите, нравится ли вам Прага, кто был в Праге. И еще один кофешоп. Я не знаю, тут они на каждом углу. А, кстати, чехи вот очень веселый народ. Видимо, может быть, не без этого, как говорится. Тардельник. Вот цены, смотрите, какие. Слушайте, еще один канабишоп. Мы прошли сколько? Буквально метров 10, наверное. О. Вот так вот. Не буду ничего комментировать. Давайте вместе гулять. Просто вот слушайте звуки улицы. Мы тут сейчас уже вниз спускаемся. Еще на каждом углу супермаркеты, что тоже очень удобно. Сувенирные магазинчики. Не буду комментировать. Мне совершенно ничего не нравится. Для меня это просто трэш. Но кому-то может быть нравится. Просто вам показываю витрину. Антикварных магазинов тут очень-очень много. Смотрите, книги всякие разные. Антиквариат. Запах тут такой, знаете,
тут везде подъемы, спуски. Знаете, так скользко, только что вот здесь женщина проходила, поскользнулась, но хорошо, что не упала. Ну и вот, пожалуйста, снова сувенирка, она без маркета. Печенье тоже на каждом углу. Смотрите, какая надпись. Позор, ауто. А что это означает, я не знаю. Внимание или что, не знаю. Вот смотрите, здесь можно поесть. И стоит около $2. Вот колы, какой-нибудь бургер. Там или картошка. Шницель, кажется, да, это или что, не вижу. Вот за $2 можно тут поесть. Гуляем мы по Праге, вы знаете, очень часто слышится русская речь. Очень много русских тут, просто очень много. Немецкая речь слышится. Китайские туристы тоже тут есть. Но русских очень много, я даже не ожидала. Просто вот, даже мне кажется, есть те, кто здесь живет, потому что... Ну, туриста видно сразу, да, местного сразу. То есть там идет мама с дочкой, мама с сыном. Как-то вот, ну, такое впечатление, что они местные. Вот, видите, тоже сейчас прошли. Ой, Лидуль, а я поворачиваюсь. А тебя где-то вроде шла с этой стороны. Как тебе Прага? Мне пока очень нравится. Так красивые, ну, необычные. Угу. Старинные замки. Да, 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 да. Красиво. Да, 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 все такие очень стильные. Город очень стильный город. И знаете, отовсюду все говорят на английском и на русском. Ну, по крайней мере, вот либо так, либо так, либо и так, и так. Пахнет пивом. Но я этот запах ненавижу, конечно, да. Я просто этот запах ненавижу. Запах пива. Пиво ненавижу, запах пива ненавижу. Ну, это как бы моя история, это не относится, ну, как бы мои проблемы, да, больше ничьи. Старинный такой, в общем, не похож ни на что. А, и вон Атердейник. Что-то мне не очень хочется, но я попробую.